а синий – цветом мудрости. В следующей картине я использовала знак тройной луны. Он символизирует женщину и богиню, а изображает луну, состоящую из трех фаз – растущей, полной и убывающей. Символ тройной луны считается представителем всех аспектов божественной женской силы – интуиции, творческой энергии, мудрости и тайны. В этой картине мы видим лиственный орнамент, который является стилизацией орнамента древней рукописи, хранящейся в Национальном музее Шотландии. Орнамент из красных точек – это стилизация традиционного индийского орнамента пейсли. Пейсли символизирует плодородие и является поистине бессмертным орнаментом, так как существует уже много веков. На Западе пейсли стал популярным в эпоху хиппи и с этого времени стал появляться в модных домах – Ив Сен-Лоран, Бёрбери, Гуччи, Этро и так далее. В основе этих работ лежит стилизация кельтских узлов, символизирующих бесконечность, а также пейсли, о котором мы уже говорили. Шарфы, которые вы видите, выполнены с использованием исторических текстильных техник, которые были особенно популярны в эпоху Ренессанса и барокко при королевских дворах. Одежда, имеющая такие красивые элементы, была признаком богатства, и увидеть их можно было только в одежде знатных людей, так как роскошно украшенную одежду могли позволить себе только люди высшего сословия. Эти аксессуары выполнены с использованием техник трапунта, ручная вышивка и смокинг. Все картины и шарфы можно купить, а также заказать. Для того, чтобы это сделать, нужно подписаться на мой инстаграм, который вы видите на экране, и написать мне в директ. Спасибо за внимание, всем хорошего дня и отличного настроения!